апостол, ну, в духовном мире такой высокий ранг, да, какой-то высокий сан. И мы знаем хорошо, ну, как 12 апостолов. Правда, навряд ли кто-то сейчас перечислит всех их по именам. Ну, кого-то помним. Петра точно помню. Кого еще помню? Матфея, Петра, Иоанна, Иуду. Их два было. Кто еще, Германович? Иа, это с мультика, ты говоришь, Иа. Когда сегодня тебя бы назвали апостолом, да, тебя бы, ну, как грудь прогнулась там. Ты как бы ощутил, ну, как, знаете, что ты какой-то великий человек, когда тебя называют апостолом. Это заразно. Очень хороший фильм. Вот такой, ну, про нас с вами. Вот про христиан, про церкви вообще. Вот правда. Скажите, соль напрягается, чтобы осолить огурцы? Так вот, именно так должны мы с вами влиять. Знаете, чтобы мы не напрягались и соль не напрягалась. Ой, и чтобы огурцы не напрягались.